Всем привет! Сегодня 4 сентября, и мы с вами находимся в мастерской. Швертбот по-прежнему стоит на суше. В общем, одна из самых главных причин – это отсутствие документов. Нам их обещают, возможно, на следующей неделе. Наш поход переносится на конец сентября. Сегодня понедельник, документы по-прежнему не готовы, обещают сделать на среду. Буквально на днях мы отправимся варить скульптуру на побережье Черного моря. Берем с собой швертбот Ок-Динги, сделаем на него небольшой парус из остатков стакселя, который нам подарил Алексей, и из которого мы сделали парус на наш швертбот Эгоист. Берем с собой весла и будем путешествовать по Тузловским лиманам. У нас есть плита, которую мы приобрели у Максима из компании Рогаст. Это будет первое подключение. Плита хороша тем, что она имеет еще вот такой штукер для подключения вот такого обычного бытового баллона. Прикручиваем. Открываем баллон. Вуаля. Также возможен вариант использования быстросъемных баллонов. Для этого необходимо открутить шланг бытового баллона. Вставляем баллон.